ребята, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, Фиалка и Нубик, поздоровайтесь. Всем привет, ребята. Привет, ребята. Сегодня мы будем устраивать, короче, битву машин, либо же как автоугонщиков. В общем, у нас будет несколько минут, так скажем, чтобы спрятать разные машины. У каждого из нас тут есть разные машины, вот такие вот. Да. Вот, показывайте свои машинки, давайте, показывайте, показывайте. Сейчас. Вот раз. Разные машинки у каждого из нас есть. Мы будем их прятать сейчас в городе. Вот, и потом у нас будет 5 минут, чтобы найти машины. То есть, чужие. Мне нужно будет искать машины Нубика и Фиалки, а им мои. Ну, либо же противоположные, так скажем. Вот. Стой, а если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то завтра под подушкой найдешь iPhone. Один из моих подписчиков уже нашел его. Что это, реально iPhone? Я поставил лайк и подписался на канал. После этого, ребята, мы отправляемся на прохождение 3 испытаний. И испытания будем проходить на тех машинах, которые успеем найти за 5 минут. Вот. Так что, надеюсь, будет интересно. Мы сейчас пьем зельки невидимости. Давайте выпиваем. Оп. Оп, все, меня нет. Все невидимы и отправляемся прятать машины. У нас здесь вот такой замечательный город, в котором есть очень много всяких интересных мест, куда можно засунуть машину. Да. Вот, сейчас мы выбираем здесь места какие-нибудь и будем прятать уже. Я вот уже одно место нашел. Поставлю, пожалуй, свою первую машину сюда. А, неплохо. По-моему, так, по-моему, хорошее место. Так, значит, одну машину я спрятал. Дальше идем куда-нибудь сюда. Сейчас все по-быстрому прячут машины. И потом начинаем по-быстрому их искать. Вторую машину я спрячу, наверное... даже не знаю, может быть где-нибудь... О, вот здесь неплохое место. Здесь место есть. Оп. О, отлично. Вторая машина, ребята, будет ждать нас вот здесь. Вот так вот она будет здесь припаркована. Я справился. Справился? Фиалка, у тебя сколько машин осталось? У меня одна. А мы в креативе будем их искать? Нет, не в креативе будем искать. Так. Ну-ка, пытаемся. Ой, у меня что-то машина завелась. Я, кстати, слышу там что-то. Сломай заново поставь. Я слышу, что-то там гудит. Так. Нубик, возвращайся в туннель обратно. Возвращаюсь. Ой, я, кстати, вижу, ведро летает. А вот и я. Так, куда же мне здесь поставить машину? Мне еще одна машинка осталась. Давай, прячь ее, Фиалка. Хорошо. И сейчас... Так, ну я тут... Ну-ка, даже не знаю, куда. Давайте, ребята, вот так вот сделаем. Опа-на. Эй, куда? Фига себе. Так, тихо. Оп. Да я, короче, машину поставил, а она продублировалась и вверх улетела. Все, смотрите, я спрятал все машины. Возвращаюсь, короче, в туннель. Так, Нубик уже ждет нас здесь. Да, я уже жду. Опа, здорово. Здорово, ведро с молоком. Так, Фиалка, ждем тебя. Сейчас, короче, Фиалка допрячет последнюю машину, ребята, и мы начнем искать их. Ребята, у нас все готово. Я уже начинаю запускать таймер, и мы сразу же отправляемся искать машинки. Вы готовы? Все, погнали, давай. Давайте, полетели, таймер активировался. Итак, кто найдет одну машину, значит, на одной машине будет проходить все испытания. У нас будет испытание... Получается так. Первое, это дрэг. Опа. Что-то взрывается тут. Первое испытание будет дрэг. Вот, это гонка по прямой. Значит, у кого быстрая машина, тот и победит. Так, вторая, это у нас будет прыжки на трамплине. Нужно будет, кто дальше прыгнет на машине. Вот, тот и победит. Третье, это у нас будет просто гонка по трассе. То есть, кто последний. У нас будет 5 кругов. Кто приходит последний... Тот, получается, получает меньше всего очков. За каждую будем испытание по одному очку, короче, находить. Так, ну это, короче, ребята... Ой, я слышу. Нашли уже машину? Чё вы говорите? Вы нашли уже машину? Нет, я не нашел еще. А что, если мы вообще не найдем? Не знаю. Ну, у нас еще целых 4 минуты. Попытаемся еще что-нибудь найти. Опа, да нет, ты что-то рыскаешь. А ты что-то рыскаешь. Что ты там слышал, Нубик? О, я нашел машину. Какую? Где она? Не знаю, какую, красную какую-то. Что это за машина? Я не знаю, сейчас, подожди. А где находилась-то, а? В бассейне лежит. О, это я спрятал там. Это Nissan Silvia. Это ты спрятал в бассейне? Я тоже спрятала в бассейне. Я тоже нашел машину красную, смотрите. А какую? Это Infiniti, да. Это я спрятал. Это машина, значит.
Это я. Нормально. В соседнем бассейне еще одна машина. Это Фиалкина. По-любому это машина Фиалки. Капец. Да, это я ее прятала. Я думала, я прикольно придумала. А вы тоже в бассейне прятали. Нет, я не прятал в бассейне, просто легчайшая. Так, давайте пытаемся найти машины. Нам нужно еще... У Фиалки ни одной машины нету. Давай, у тебя еще 3 минуты. Найдите машину Фиалку. Фиалки. Машина Фиалка. Нормально так-то. Ну, пытаемся. Не искать. Ну, слушай, пытайся искать где-то по краям, за домами. О, здорово. В домах, возможно. Где-то тут... Такие дома большие. Блин, это вообще жесть какая-то. Я пытаюсь что-то здесь увидеть, но прям вообще... О, машину нашел! Офигеть! Так. Я нашел третью машину. А я нашел белый Nissan Fair Lady. Не... Еще одну машину нашел. Nissan Fair Lady — это моя. А нет, подождите, это моя машина. Это я здесь спрятал машину свою. Так, никто не видел ничего. Все, мои три машины готовы. Так, Фиалка. Машина одна, если что, есть где-то вот здесь, где я стою. Смотри. Видишь меня? Так, где вы тут? А ну-ка, здорово. А ты где? Я тут. Вы что тут? Вот здесь, короче, где-то одна машина есть в округе. Нубик, а ты что летаешь? Я не понял. А потому что я уже нашел три машины. А, ты три машины уже нашел? Нифига себе, Фиалка, ищи здесь где-то машину одну. Так, у меня пока две машины. Угу, значит, где-то еще должна быть третья. Блин, в доме прям, короче, машины две было. Нормально. Это капец. А чья белая машина? Nissan Fair Lady такая. Моя. Твоя? Да. О, я нашел две машины Нубика, офигеть. Да. Так, может что-нибудь здесь есть? Конечно. Так, что там у Фиалки? Даже не знаю. Угу. У Фиалки надо, чтобы хотя бы одну машину Фиалка нашла, потому что без машины это как испытание-то проходить, а? Фиалка еще ни одну не нашла, да? Ну-ка. Да, Фиалка еще ни одну не нашла. Ага, ясно. Так, ну я пытаюсь что-то найти, Фиалка, тут, блин. Ну, вернись. Так. А ты там не подсказывай, Ладно, не буду, хорошо. Блин, где тут еще можно найти машину, а? Это просто капец, куда можно было засунуть их? Я нашел, но я не знаю, какая из них быстро. Но вот эта машина, по идее, должна нормально так ехать. А это или это должна быть нормально ехать. Блин, я не знаю, на чем ехать. Ё-моё. Ну, кстати, там, где я свою машину нашел, там была быстрая машина. А я вот не знаю, какая из моих машин быстрая. Хоть одна есть, блин. Так, пытаемся найти. Осталась минута. Капец, тут двери, я не могу выйти, там нет кнопки. Ломай дверку тогда. Так, я не нашел, короче, ничего вообще. Это печальненько, если честно. Ты ничего не нашел? Ну, в смысле, еще больше ничего не нашел. Так, давай сюда попробую куда-нибудь забежать. Осталось 30 секунд. Фиалка, давай хоть одну машинку успей найти. Я уже нашла одну машину. О, серьезно? Ну, значит, будет одна. По-другому никак. Блин, я пытаюсь найти еще одну машину, но, к сожалению, по-моему... Вряд ли я смогу куда найти. Куда ж я третью припрятал? Я уже не помню. Осталось 15 секунд. Ё-моё. Так. Срочненько забегаю сюда. Забегаю. Пытаюсь что-то увидеть. Нет, ничего не вижу здесь. Не вижу машинки. 3 секунды осталось. Все, хана, походу... Всё? Походу время вышло. Да, время вышло. Вот так вот. У нас, значит, по итогам у нас есть, значит, у меня две машины, у Нубика три машины, у Фиалки одна машина. Все верно? Да. Фиалка, возвращайся сюда к нам. Иду. Мы сейчас, ребята, значит, давайте показывать, что у кого какая машина. Так, у меня Mitsubishi Pajero. Ага. У меня Nissan Sefira. Ага. И Nissan Silvia. Ага. О, Silvia — это я прятал, которую, кстати, по-моему. О, смотри, да? Это мои машины. Давай. Где? Вот одна машина, вот вторая машина, вот ясно. Третья машина. О, вот ты нашла мою машину в том доме. О, класс, это машина. Ой, это машина быстрая, это Mazda. А, это, кстати, да, это быстрая машина. Короче, ребята, сейчас отправляемся на... Смотри, у нее глазки. Ой, блин. Да, у нее фары открываются, короче, вверху так эти глазки, да. Мы сейчас отправляемся на первое испытание. Это будет гонка по прямой, поэтому увидимся там. Итак, вот мы, значит, на первом нашем испытании, ребята. У нас здесь гигантская вот такая вот прямая. Финиш где-то там в конце. Кто приезжает первым, получает 3 балла. Кто приезжает вторым — 2. А кто третьим, получает 1. Да, вот сколько так у нас заездов? Один заезд? Один заезд, то есть в один конец. Вот, едем туда, кто последний, получает меньше всего баллов. Вы готовы? Ладно, да, готовы. Давайте, раз, два,
Три, поехали! Давай, поехали! Оп! Так, Нубик вырывается вперед. Я да, тоже отстаю от Нубика. Вперед. Фиалка, давай, скорости переключай, догоняй. Так, нормально, едем, ребята, едем, летим. Пытаюсь догнать Нубика. Удачи. Так, Фиалка, по-моему, догоняет меня, по-моему. Нет, Нубик вообще улетает просто в космос. Я нифига улетаю себе. В космос. Так, я теперь потерял из виду Фиалку, не вижу ее. Давай, машинка, ё-моё. Лети вперед, давай. 200 километров в час уже еду. 240. Капец. Все, Нубик первый, короче. А, мы заехали? Да, Нубик первый уже. Так, я приземляюсь. Алло, тормозим. Так. Вью! Фиалкина машинка улетела в воду. В общем, по итогам первой гонки Нубик получает 3 балла, я получаю 2, а Фиалка получает 1. И прямо сейчас будем переходить уже ко второму испытанию. Вот, с... Так, куда угон машины, алло? Идите пешком! Нормально. Второе испытание будет, ребята, у нас с прыжками в длину. В общем, друзья, это второе наше испытание. У нас есть 3 трамплина разной высоты. Зелененький самый маленький, желтенький средний, красный самый большой трамплин. Сейчас да. Будем по очереди на каждом трамплине прыгать. Сначала будет Нубик прыгать по всем трамплинам, потом Фиалка, а потом буду я. И будем отмечать, кто куда приземлится вот такими вот блоками. У Нубика это желтый цвет. Думаю, все понятно. Давай, да. Нубик, готовься на старт. Да, давай. Давай, раз, два, три. Можешь прыгать с трамплинчика. Итак, полетел. Нубик едет на джипе, вылетел и... Бац, вот здесь вот приземлился. Все, есть. Давай сейчас будем делать, знаешь как, давай вот так вот в сторону буду делать. Вот так вот. Оп. Давай, да, в сторону. Оп. Чтобы удобнее было остальным тоже. Итак, теперь Нубик переходит к желтому, среднему трамплину. Посмотрим. Ну, кстати, нормально так улетел на самом первом трамплине. Так, подожди, сейчас давай. Я чуть выровняюсь. Готов? Да, сейчас. Так, давай, выравнивайся. Раз, ладно, два, пойдем. Три. Поехал. Набирает скорость, летит. Давай. И полетел. Ух ты, капец, нифига себе. Так, оп, вот здесь вот. Вот, да. Вот здесь вот и делаем, короче, вот так вот. Так, правильно я тут сделал? Да, вроде как правильно сделал. Вот до сюда Нубик долетел. Это, если честно, нифига себе, как далеко. Ну да, прям так нормально. Нормально улетел. И теперь третий трамплин, самый гигантский, красный. Сейчас мы узнаем, короче, докуда ты долетишь. Давай, наверное, знаешь что? Давай я сейчас возьму один предмет, чтобы побыстрее долететь. Хотя, о, знаете что, давайте вот так вот сделаем. В смысле? Оп. Ну, чтобы, блин, до тебя долететь быстрее. Так, ну алло, вот так. А, все, я готов, давай. Раз, два, три. Так, а то ты так поехали. быстро летишь, что я не успеваю за тобой. Итак, разгоняешься. Я сразу полетел вперед, Итак, давай, Нубик летит. Давай. Летит, Нубик полетел. Полетел. И вот бэмс, так. Вот здесь вот ты приземляешься, ставим тебе сюда блок. Поставим его в эту сторону, вот так вот. Короче, слушай, ты улетел очень далеко. С каждым трамплином все дальше. Вроде неплохо, да. Причем плюс-минус пропорционально. Фиалка, давай теперь ты на старт. Хорошо. Сейчас узнаем, кто из нас, короче, дальше всех прыгнет. И потом будем разбирать, кому сколько баллов будем отдавать. Это, конечно, будет прям интересно, мне кажется. Заруба. Так, вылезай давай с машины. Да, я все, да. Сейчас будешь тоже блоки помогать ставить. Итак, ух ты, блин, нифига себе у Фиалки тут отстрелы, ё-моё. Да. Так, давай. Готово? Секундочку. Давай. Раз, ко мне... два, ладно. Три. Полетела. Так. Давай, разгоняется. И ух ты! Иди, сынка! Ух ты, нифига себе, вот до сюда долетела. Так, Нубик, тебя обогнали. Ну ладно, хорошо. Офигеть. Блоков? На целых три, на четвертом ты, короче, приземлилась. Ого, да, это прям... Блока. Я нифига себе, смотри, ты так можешь врезаться, если будешь так лететь сильно. Так, давай, ты где вообще? Фиалка. Мы ее потеряли. Да вот она. Где? А! В смысле? Я только что здесь не видел никого. Это ты потерялся. Либо слепой. Итак, давай, Фиалка, готова ко второму трамплину? Так, секундочку, подравняюсь. Так, давай. Куда ты? Вау! Куда? Давай, выравнивайся, и сейчас будем запускать тебя на следующий трамплин. Так, ну-ка это забираем сюда, чтобы не валялось. Все, готово, да?
Да. Давай. Раз, два, три. Так, давай, 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 полетела, полетела. А, ты смотри, воткнулась. Так, давай, 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 пошла, 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 пошла. Ох ты, нифига. Красный перелетела и... Бац! Вот здесь вот где-то, вот здесь. Значит, останавливаю. Не, даже на блок... На три блока меньше теперь, чем нубик. Вот так. На вот три блока! Так, и на сюда берем где-то. Блока. На четыре. Ну, получается, ну да, на четыре. Нормально. Ну, ну ладно тебе, чё? Я как-то застряла здесь. Ну вот, это не спешить, ну, не надо, надо тоже. Да, надо аккуратнее. Так, давай теперь третий трамплин, красный, самый огромный. Сейчас, по идее, ты влетишь очень далеко. Готова? Давай. На старт. Так. Внимание. Марш. Полетела. Разгон пошел. Так. Давай, 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 давай. Так, ну давай, 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 давай. Вылетаешь. Вылетаешь потихоньку. Едет, 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 едет. Набирает скорость. Так, и... Ну, там, о-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 о
конкурент, вот здесь, вот, вот все, я заметил. Нет, ты че, вот здесь было. Где? Вот здесь было, на видео видно, вот до сюда долетело. Да-да-да, хорошо, ну, это было здесь. Так, ставим сюда. Ну, Нубик, тебя в любом случае обогнали. Прям, ну, да, получается. Прям капец, как сильно. Наверное, потому что машина фиалки легче, а у тебя была большая тяжелая, ну, да, машина. Здоровый фиалка легче. Но ты на той машине улетел далеко, прям на самом деле. Итак, теперь моя очередь. Я буду прыгать на беленьком Nissan Fairlady. Так, сейчас приземляюсь. Давайте тогда вы мне будете ставить блок. Держите. Давай. Вот так вот. Блин, надеюсь, у меня получится хоть дальше кого-нибудь прыгнуть, потому что если не получится, то это печальненько. А еще, если будете не успевать, вот вам инструмент. Так, я готов. Ух ты, нифига себе. Давай. Давайте, отсчитывайте мне. Раз, два, три. Пошел, 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 пошел. Оп. Так, 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 вот. По-моему, там, здесь, где и я была. Прям точь-точь. Так, куда я там долетел? Вот здесь. Выше на блок. Нормально! Ха-ха! Прикольно. Веруешь, так, давай, давай, убираем вот это. В натуре, слушайте, я выиграл на первом трамплине, прыгнул дальше всех. Так, теперь сюда возвращаемся. Снова ставим, короче, машину. Усаживаемся в нее. И сейчас вылетаем. Так, тихо, дай. Давайте, я готов. Давай, раз, два, три. Поехал, 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 поехал. Нет, не поехал. Ох ты, капец, все, походу теперь... Я не прыгну далеко уже. Давай, 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 давай. Это провал. Так, 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 вот, приземлился ты тут. Это просто полнейший провал, ребята. Это капец. Он лидирует здесь. В натуре, ё-моё. Это прям вообще печально. Так, у нас очень сложный будет сейчас... Очень сложный будет сейчас выбор. Так, да. Вот что-то это я совсем промазал. Так, давай-ка сюда сейчас переставлю. Вот так вот. О, вот это уже получше. Все, убираю все эти ненужные штуки. Укладываюсь в машину. Вот так вот. Все, я готов. Давай. Давай. Давайте, отсчитывайте. Раз, два, три. Так, пошел, 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 пошел. Берем разгон, берем, 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 берем. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Так, 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 ну так, хоть так. Кого-нибудь обогнать-то? Нет. Вот. О, а даже видно, да. Нифига себе. Вот это я приземлился по полной. Блин, я проиграл, капец. Ну как так-то, а? Так, ну, ничего, да, страшного. Получается. Это печально. А теперь и нам нужно самым имеем? Сложным определить. Значит, по итогам первого испытания я на первом месте, по итогам всех остальных я на третьем. Так, фиалка получается на втором и на третьем, на самом первом. Ага. Так, и Нубик у нас здесь на последнем. Здесь он на первом, а там на втором. Ну, короче, да. Я думаю, что Нубику 2, фиалки, да, получается 3, 3, а да, мне 1 балл. Да. Вот, итого у нас получается что? У меня 3, у Нубика 5, 4. А у фиалки 4. Блин, да, я на последнем месте! Ну, в смысле? Так, переходим к последнему испытанию. Это у нас будет гонка, друзья. Итак, ребята, мы уже на старте. У нас сейчас будет 5 кругов по этой замечательной кольцевой трассе. Все готовы? Да. Давайте, на старт. Внимание, марш! Поехали, поехали, поехали! Итак, кто придет последним, получит меньше всего баллов. Срезать нельзя, таранить тоже! Вы молодцы! Давай, Нубик, возвращайся на трассу. Нубик, вперед! Давай, Нубик!
Давай, давай, давай. Ох ты, ребят, тихо, занесло. Нормально. Проезжаем, проезжаем поворот за поворотом. Скорость сбрасываем. Пошел дрифт, поехал. Нифига себе. На, вот так вот вылетаю. Кто сзади меня? Эй, ты че, трактор? Ты дал. Фиалка, ты где? Я сзади тебя. Сзади. Эй, вы меня все обогнали. А, блин, меня занесло, я вылетел с трассы, капец. Так, давай. Нифига себе, Нубик лидирует на своем, блин, танке. Нифига, у тебя там, слышишь, тулит машина. Да, у него такой танк, что я подлетела из-за него. Таранит, слышишь, читер. Давай. Я не тараню, я просто еду по своим делам. Фиалка, ты сзади? Да, вон, я тебя вижу. Давай, 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 давай. Так, второй круг есть. Капец, ой, блин, это просто жесть. Вот эта гонка напряженная. Давай, да, давай, это давай, точно. Давай. Так, на третью переходим, короче, едем на третьей скорости. Я очень быстро еду, прям. Ай, нет, вылетел! Вылетел! Тихо, 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 тихо. Сюда, сюда, так. Тормозим. Дрифт, так, пошел, пошел, едем, пошел. Фиалка уже догнала, почти меня. Сзади. Я сзади у тебя, не отцепляюсь ни на блок. Так, давай, 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 так, давай, давай, сюда, сюда, сюда. Вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Пытаемся, пытаемся, ребята, догнать Нубика. Он очень быстро едет. Догоняет. Серьезно, догоняешь нас? Да, я очень быстро еду. Да. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Вот тут главное не вылетать. Тихо, спокойствие. Оп. Давай, 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 давай. Да я вообще не могу тебя догнать, слышишь? Ну, что там у тебя за джип такой? Твои проблемы. Четвертый круг я тем временем заканчиваю. Капец, Фиалка, надо его обогнать. У тебя машина быстрее, давай догоняй. Давай, 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 давай. Давай, да. О, пошуршало, нифига, Нубик, тебе хана. Давай, догоняй, да? Догоняй, серьезно? Догоняй. Да, 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 да. Это какой сейчас будет? Последний круг, да? Да, это последний круг. Оп, давай, 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 ой, давай, ну сюда, бывает, сюда идем. Что поделаешь. Сюда идем. Так тебя сейчас обгонят. В смысле обгонят? А фигу, я закончил первым. Так еще один круг остался же, нет? Я пятый уже доехал. Пятый? Значит, ну все, тогда конечное. Это был пятый круг. Фу. Я считаю круги. Капец, это было жестко. Короче, по итогам гонки я на третьем месте, да? А я на первом, да? Да. А Фиалка на втором. А Фиалка да. на втором. Вот итак, так вас всех джип у Нубика сделал. Было 5, у Фиалки было 4, у меня было 3. Значит, у Нубика становится... Сколько у тебя становится? 8, у получается? У меня было 5, 8 становится. У Фиалки становится 6, правильно, да. А у меня 4. Эй! Да. Кажется, так. Нубик и Фиалка меня полностью победили. Да. Да. Ну, короче, ребята, дает. Расстраиваться не стоит. Поражение это как бы тоже результат. Поэтому, если вам ролик понравился, обязательно ставьте лайки. Мы над ним очень старались. Вот. Также подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, за кого вы болели. Кто бы хотел, вернее, кто бы по-вашему хотел, чтобы победил, короче, во всем этом деле. Вот. На этом все. С вами, как всегда, был я, профессионал енот, Фиалка и Нубик. Всем, ребят, спасибо за просмотр. И пока-пока-пока. Пока, ребята. Пока, ребята. Пока-пока.